Ну что же, ощущение удивительное. Ощущение того, что ты погрузился в период до рождения, что ты почувствовал, что ты спокоен. Не в огромном мегаполисе, а где-то на лугу, в гамаке, под деревьями, расслабленно пьешь чай, кругом бабочки, стрекозы, легкое дуновение ветерка. Ну, ощущение абсолютного релакса, ощущение абсолютного освобождения, абсолютного возвращения в какое-то доисторическое, городское, до бытие. Это очень приятно. Это хочется повторить. Ну и сами волшебные бальзамы доктора Ведова, которые действительно работают, которые действительно воздействуют на кровь, на лимфу. Очень приятное послевкусие.